Всем привет, с вами снова Сергей Лив, и в этом видео мы поговорим с вами о создании ACID-звуков, то есть кислотных звуков, которые популярны в трансе, а именно очень популярны в пси-трансе. Это вторая версия этого видеоурока, потому как предыдущая была первым моим творением и была сделана довольно некачественно. Возможно, я переделаю еще некоторые свои видео, сделаю их более качественными, доступными и понятными. Ну что ж, давайте приступим к созданию нашего кислотного ACID-звука. Для этого я буду использовать синтезатор Citrus. Вы можете использовать любой другой. Это не важно, потому как действия несложные и возможны в любом другом синтезаторе. Здесь я заготовил небольшую мелодию. Вы ее слышали в самом начале. Выбрал стандартный пресет. И давайте настроим наш звук. Первое, что нужно сделать, это опустить тональность нашего синтезатора. Следующим шагом нужно выбрать пилообразную форму сигнала и отправить наш первый осциллятор на блок фильтров. Выключим сейчас все фильтры, то есть мы сейчас просто слышим наш осциллятор. Самый обычный пилообразный сигнал. Дальше для создания ACID-звука необходимо настроить фильтр. Я буду использовать low-pass фильтр. Настроить его необходимо вот таким образом. Это зависит от частоты и желаемого тембра. То есть устанавливаем частоту среза. Мы сейчас просто отфильтровали высокие частоты нашего пилообразного сигнала. Следующим шагом необходимо добавить резонанс на частоте среза. Для этого поворачиваем параметры резонанса и получаем вот такой звук. Ничего сложного, в общем-то, в этом нету, возможно, на любом синтезаторе. Следующий шаг, который необходимо сделать, это использовать искажение. Я сейчас воспользуюсь искажателем, встроенным в сам синтезатор. Это Wave Shaper. Включи его и давайте послушаем, что у нас получается. Как вы слышите, в общем-то, основа нашего звука готова. Давайте рассмотрим, что мы сейчас с вами сделали. Я сейчас отключаю фильтр и искажение. Дальше я открываю канал, на который послан синтезатор. Устанавливаю на канале эквалайзер. И искажающий эффект возьмем также Wave Shaper, к примеру. Взять можно абсолютно любой искажающий эффект. Distortion, Overdrive или другие любые подобные искажающие эффекты, это уже дело вкуса, и каждый использует то, что ему больше нравится. От себя могу посоветовать Wave Shaper от Meldo Production, и второй Wave Shaper также от Meldo Production, это многополосный Wave Shaper. Название вы сейчас видите на экране, если у вас есть желание, можете их скачать и попробовать. Вернемся к нашему звуку. Вот я включаю то, что мы имеем, это пилообразный сигнал. Дальше я настраиваю эквалайзер так, как мы настраивали фильтр. Все очень просто. Это low-pass фильтр, который я установил, частота среза и резонанс, который я добавлял. Мы получаем тот же самый звук, что и в синтезаторе, но пока без искажения. Дальше что нам нужно сделать, это активировать искажение. Искажение нужно довольно сильное, поэтому добавляем точку и настраиваем. Как вы слышите, в основе звука довольно простая комбинация. Это синтезатор или осциллятор, который синтезирует форму сигнала, в нашем случае пилообразный сигнал. Дальше идет фильтр, который срезает все верхние частоты и добавляет резонанса. И после фильтра идет искажающий эффект, в нашем случае Wave Shaper. И все. Отключим эффекты, которые я добавил, и включим в нашем синтезаторе. Тембр данного звука управляется довольно просто, вот этими двумя параметрами, частотой среза и резонансом.
Далее, что необходимо сделать, это отэквализировать наш звук. К этому вопросу мы еще будем возвращаться много раз в следующих видео по синтезу звуков. И давайте сейчас рассмотрим, что нужно сделать, или, по крайней мере, желательно попробовать сделать при синтезе такого звука. Необходимо попробовать довольно сильно поднять область высоких частот. То есть, как вы слышите, звук стал намного чище и ярче, и появился ранее неслышимый хруст. Как вы слышите, эквалайзер довольно сильно влияет на звучание общего тембра, делая его более прозрачным, ярким и выразительным. Обязательно попробуйте эквалайзер при создании таких звуков, он может значительно улучшить звучание. Давайте рассмотрим другую разновидность данного звука. Он сейчас настроен почти точно так же, как наш предыдущий, за исключением того, что вот эти параметры установлены на другие значения. Для лучшего звучания я сейчас включу параметр портамента. И отличать этот звук от предыдущего будет наличие огибающей для параметра cut-off. Вот я ее уже здесь заготовил, сейчас ее просто включу. Эта огибающая заставляет параметр cut-off скатываться вот по этой форме в диапазоне, установленном вот этим параметром. Как вы слышите, если диапазон довольно большой, звучание не то, что нам нужно. То есть установим небольшой диапазон и выберем частоту среза. Дальше я создал точно такой же звук с немного другими настройками cut-off и другой, более длинной, огибающей этого параметра. Давайте послушаем, как он звучит. Звук довольно известный, наверняка вы его слышали раньше. Делается он просто с помощью довольно длинной огибающей параметра cut-off. Также не забывайте про эквализацию. Здесь я также применил немного хоруса, плагин от Meldo Production. Давайте рассмотрим еще один пример с применением к параметру cut-off не огибающей, а LFO. Вот наш звук, как и в предыдущем примере, в первом. Сейчас он просто раскидан по нескольким октавам, а не звучит на одной ноте. Здесь также включен эффект портамента для того, чтобы придать звуку скольжение. Дальше для включения LFO в синтезаторе Citrus нужно выбрать параметр, в нашем случае это cut-off, и выбрать вкладку LFO. Здесь необходимо настроить амплитуду LFO и частоту. Также необходимо включить два параметра, это для того, чтобы наше LFO соответствовало темпу и имело глобальный характер, а не перезапускалось каждый раз при взятии новой ноты. Включим и послушаем. Thank you.
Вот таким вот несложным способом очень часто создается движение этого звука. Поскольку этот звук легко сделать, он уже довольно давно применяется в дэнс-кор и транс-произведениях. Вот я здесь попытался выкрутить звук известной работы Даруды под названием Sandstorm. Давайте его послушаем. Давайте отключим все эффекты и посмотрим, как он устроен. За основу взять не пилообразный звук, а похожий на него, но просто с меньшим количеством низкочастотных гармоник. Сейчас давайте отключим фильтр и послушаем его звучание. Можно посмотреть на анализатор. И, как видите, отличает этот звук от обычного пилообразного меньшее количество низкочастотных гармоник. Дальше осциллятор также отправляется на первый фильтр, где он фильтруется без каких-либо огибающих, просто один фильтр. Включается Wave Shaper. И, в общем-то, получается этот звук. После чего добавил немного высоких частот и срезал низкие частоты с помощью эквалайзера. Звук стал звучать немного площе, но освободил место для баса. Дальше добавил немного хоруса. Можно слышать, эквалайзер добавляет звук, большую прозрачность, хруст и читаемость в миксе. Далее давайте рассмотрим еще один кислотный звук, который довольно часто применялся в старых dancecore произведениях. Сейчас он применяется очень редко, и, наверное, можно сказать, что он уже устарел. Вы слышали его в начале видео самым последним примером. Вот я здесь заготовил пример. Это пилообразный сигнал, опять же. Что важно для создания этого звука, это настройка огибающей громкости, вот таким образом, как сейчас у меня показано, чтобы был эффект струны. Далее, для удобства, следующим параметром включим Wave Shaper. Причем Wave Shaper с довольно сильным искажением. То есть не стандартную форму, а вот здесь добавим точку и прибавим сильного искажения. Потому как у нас звук будет фильтроваться довольно сильно, ему нужны сильные искажения. Дальше, что нужно сделать, это настроить фильтрацию звука. Для этого включим фильтр, установим частоту среза, параметр cut-off и резонанс. Этот параметр диапазона огибающий пока не влияет на наш звук. Сейчас вы слышите, что звук немного не похож на наши примеры. Это все из-за того, что присутствует огибающая громкость. Установив эти параметры на слух, примерно для получения того тембра, который вы хотите, нужно включить огибающий параметр cut-off. Я ее уже здесь настроил. Вот таким образом она выглядит. Частота среза сначала поднимается, а потом опускается. Диапазон параметра cut-off необходимо установить довольно незначительным. Для этого нужно настроить параметр диапазона огибающий. Это вот эта вот ручка. Смотрите, если выставим сейчас большой диапазон, то звук будет уже не похож.
И если мы применим не сильное искажение, то тоже получим немного другой тембр. Он более мягкий, в принципе, он подойдет в каких-то случаях, но мне нравится более жесткий. Дальше нужно настроить эквалайзер. К данному звуку я довольно сильно срезал низкие частоты и поднял высокие. Вот как это сказывается на звуке. Опять же, звук довольно плоский, но звучание будет довольно хорошо вписываться, когда он будет звучать уже в треке. Добавил немного хоруса. И делея. Сейчас я показывал все примеры на обычном пилообразном сигнале. Как вы понимаете, здесь можно использовать FM-синтез дополнительными различными гармониками, аддитивный синтез, то есть добавлять другие формы осцилляторов или другие октавы. И тогда можно получить другие, более богатые, интересные и нужные вам звуки. То есть я показал просто основу, дальше экспериментируйте и получайте свое собственное неповторимое звучание. Спасибо за внимание. Как всегда, надеюсь, это видео было вам полезным и интересным. Также не забывайте оставлять комментарии под видео о темах видео, которые вы хотели бы увидеть. Заходите на сайт wikisound.org. Там также есть полноценный учебник по синтезатору Citrus, написанный специально для начинающих. Ссылку на материалы видео вы видите сейчас на экране. Спасибо за внимание. До встречи в следующих видео.